Здравствуйте, друзья! Сегодня я предлагаю, чтобы мы вспомнили 22 главу книги Бытия. Бог повелевает Аврааму пойти в землю Мория и там принести в жертву своего сына Исаака. На следующее утро Авраам с сыном отправляются в путь для того, чтобы исполнить Божье повеление. Нам сложно представить себе, что думал Авраам, что он переживал на этом пути. Призыв на миссию – это призыв к послушанию, призыв к следованию за Богом, чего бы там ни стоило. Наше послушание не может основываться на том, есть ли у нас ресурсы, чтобы сделать то, что Бог сказал нам, или у нас их нет. Для Авраама быть послушным было без Божьего обеспечения было слишком дорогой ценой. Но он был настолько верен, что он был готов принести в жертву самое драгоценное – своего сына, свою радость, лишь бы исполнить Божье повеление. В тот момент, когда Авраам вознес нож над своим сыном, Бог через ангела остановил его. И возвел очи Авраам, и увидел, что в кустах запутался овен рогами своими. И пошел он и взял овна, и принес его в жертву всесожжения вместо сына своего Исаака. И нарек Авраам имя месту тому Иеговы Ире. Посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится. Бытие 22 глава 13-14 стих. Там, на горе призвания, там, посреди жертв и потерь, которые мы несем, мы можем пережить благодать, данную нам жертвой Иисуса Христа. Там, на горе, мы переживаем Божье обеспечение. Аминь.